Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение игры Cyberpunk 2077. Итак, закончили на том, что мы нашли этого Хельмана, он нам ничего особо хорошего не сказал, потом мы с кем-то встретились, туды-сюды, и в итоге нам опять надо встретиться с телохранителем, этим китайцем, но это позже, мы будем ждать его звонка через день. А пока я предлагаю пройтись по второстепенным заданиям, а именно это сходить до Виктора и отдать ему бабки. Потому что времени очень много прошло, он нам, если вы помните, в самом начале серии поставил имплант Микоши совершенно бесплатно. Вот, и мы должны ему бабосиков, сейчас пойдем ему отдадим. Потому что тип он хороший, четкий, нормальный. Вот, дальше мы сходим, скорее всего, в квартиру Джуди. Она звонила, просила о помощи, или что-то там у ней случилось. В общем, надо будет попасть в квартиру Джуди. И с ней тоже пообщаемся, что там она хочет. Вот, идем пока до Рипера. Может, там у него какие-то будут... Так, что за сообщение знакомым? Дал мне твой номер. Короче, тут сообщения все валят и валят. Каждый день по 10 штук, по 10 пачек. Это, если честно, напрягает. Так. 21 тысяча. А у меня сколько? У меня 41. Можем отдать. Давай. Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик. С собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. Ну да, ты прав, для того и нужны друзья. И я не люблю быть должен вообще, никогда, никак. Давайте посмотрим, что у него есть. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Давай, посмотрим, что у тебя тут есть. Так, операционная система. Тетратроник. Это не то. Хоть сколько он стоит? И, возможно, будет репутация, будет равна 15. Реакция будет равна 15. Замедляет время на 25% на 16 секунд, восстановление 30 секунд, увеличение вижнете, увеличивает урон на 15%. Ну вот это хорошая штучка, но пока не можем себе поставить. Так, что тут еще есть? Ладони. Ух, сколько у него ладони. Так, смарт-линк, это неинтересно. Смарт-линк неинтересно. Смарт-линк это нужно для оружия, чтобы наводить. Пух-пух-пух. Пушки автоматически стрелялись. Так, тут у нас есть руки гориллы. Что он делает? Урон, физический урон, скорость атаки, вероятность кровотечения. Позволяет другие вероятность. Физический урон. Так, это нам не надо и стоит 15 тысяч. Ни хрена себе, у меня 20 только так. А вот они, те самые клинки богомола. Стоит тоже 15 тысяч. Но, если честно, мне вообще это не интересно, что это такое. Поэтому все это идет лесом. А вот это интересно. Но нужен имплант смарт-линк. А смарт-линк я себе ставить не буду. Поэтому, скорее всего, у нас его не будет. Так, увеличивает грузоподъемность на 20%. Тоже неинтересно. Ноги. 45 тысяч. Идите нахер. Нервная система, ничего. Так, лобная доля. Ничего недоступно. Глаза, что тут есть? Так, оптика Кироши. Версия 3. Улучшает зрение. И есть ячейка модификации. Стоит 5000. А я пока ни одной модификации не поставил. Ладно, хрен с ним. Я пока с этим вообще не разобрался. Вообще никак увеличить. А вот это интересно. Еще и 0 рублей стоит. Это чей-то подгончик бесплатно. Ну, давайте вот это поставим. Все, поставили. Очень легко и быстро. Хорошо, так, дальше. Может, что еще на халяву есть? 5000 не надо. Тут вообще ничего нету. Иммунная система. Так, это не то. Так, это тоже хрень какая-то. Нам это ничего не надо.
Что тут еще на халяву можно нам поставить? Это мы смотрели, ноги недоступны. Ну и все. Так, я видел на стене странный рисунок. Что это значит? Слушай, ты не смейся только. Я в городе видел кое-что странное. Ну, типа, рисунки на стенах. Но только не настоящие. Ага. Ну, бывает, Кироша глючит. Давай гляну. Не-не, это не глюк. Рисунки слишком сложные. Они типа как символы. Ну, значит, проблема в биочипе. Мозг не справляется с объемом данных, вот и глючит. Либо данные ебашат прямо в кору. С этим можно что-нибудь сделать? Не, ну разве что как-то избавиться от биочипа. Так, ну ясненько. Это я знаю. Так, все, дальше, значит, продолжаем. Идем до квартиры Джуди. Используем сейчас быстрое перемещение, чтобы не бежать через полгорода. Потому что наверняка она живет очень-очень далеке. Так, карта. А где тут быстрое перемещение ближайшее? Вот же оно. Так, идем, значит. Кстати говоря, я скачал этот великий знаменитый мод, который AES какой-то там в интернете ходит, улучшает производительность. Ну что-то, если честно, эффекта никакого вообще нет. Вроде, может, там процентов 5 прибавилось производительности, ну и все. Баги как остались, так и есть. И карта. Ну, видеокарта у меня не супер хорошая, вообще не для этой игры. Сюда надо минимум 3060, а у меня какашка. А у меня какашка полная. Поэтому будем играть на том, что у нас есть. Так. Джуди, алло, я пришел в гости. Я в ванной. О боже мой. О боже. Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил ее из задницы. Я ушла буквально на час. С ней надо что-то делать. Блять. Да, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. Перенесешь ее на кровать? Ну да, это, конечно, многое изменит. Так, я думаю, лучше ее не трогать. Ой, блин, ладно. Я не хотел, блять, туда нажимать. Лучше, если какое-то преступление есть, лучше оставить все на своих местах. Несчастного случая. Нортсайд, Джексон Стрит. Нет. Опасности нет. Это самоубийство. Вот. Те, блядь, и приплыли. Сегодня она умерла, вы не понимаете? Нет, травматим не констатировала ее смерть. Если бы у нее была страховка, я бы вам не звонила. Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете. Пиздец, ебать. Знакомая ситуация. Скоро приедут. Предложили подержать ее во льду до завтра. Представляешь уровень наглости? Так, ну, так. Вообще, да, смерть для них обычное дело, но они должны быть хотя бы как-то... быть более чувственными, сочувственными к нам. Это Найт-Сити, детка. Здесь отношения к тебе определяют по месту жительства. Не надо было сюда приезжать. Тогда мы не встретились. Ну ты чё, да ладно, а как тебя погладить по головке? А? А я пиздану чё это? Надо хоть одеть ее, а то она выглядит не как человек, а как тело. Да она одета, подожди, ты чё? Подожди снаружи, ладно? Ну ладно. Ви, закрой дверь. Пожалуйста.
Так, это автоматическая перемотка времени. О, ностальгия. Ну, ля, как красиво в городе. Есть сигареты? Разве ты куришь? Давно уже бросила. Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха. Дай закурить, Вей. Ну, на. Ладно, бери. Это был ее портсигар. Она курила какую-то странную элитную марку. В этом вся Эва. Она любила продумывать каждый свой образ до последней мелочи. А много было людей, которые знали Эвелин по-настоящему? Нет. Никого. Черт, Эва. Это я виноват. Я думала, если оставить ее в покое и дать время, она встанет на ноги. Не понимаю, как так вышло. Я думал, Эвелин будет бороться до конца. Ты помнишь, что с ней делали? Мне кажется, она как раз боролась. Я больше ни о чем не могу думать. Только об этом. Технически с ней все было нормально. Кукольный чип работал. Значит, была какая-то еще психологическая травма. Я еще покопалась в ее виртах и нашла Дубмана. Он держал ее у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал. Ебать, сучоныш, а? Может, пойти отомстить ему? То есть он не просто хитрожопая мразь, а еще и моральный урод. Выглядел нормальным. Он хорошо маскируется. Я ведь его знала. А тоже не думала, что он настолько отмороженный. И с этим пора что-то делать. Например? Пока не знаю. Позвоню Сьюзи. Спасибо, Вей. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Если что случится, я всегда на связи. Так, ну ладно. Но я думаю, стоит пойти прикончить Дубана. За то, что он просто такая мразь. Так. Ладненько. Посмотрим дальше, что у нас по заданию есть. Что можно выполнить? Так, позвоните в Акака, стражи беспорядка. На-н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 а. Так. Вот, есть несколько заказов. Расспросить об Анне на рынке, дополнительно найти Анну. Вот, давайте, наверное, вот это задание выполним. Расспросить на рынке об Анне. А что это вообще за задание? Так, тип заказа нейтрализация, цель Анна, месседжи для рынка, описание. Так, Анна, идеальный коп, прямая социальная реклама, красивая, умная, абсолютно не беззаконна, именно таких носителей улицы ненавидят. Ее коллег из полиции, другой взгляд на жизнь, уже давно поняли, что сидеть на улице с пиками материально невыгодно. Нормально. Проблемы начались, когда она узнала о нелегальной продаже имплантов на базаре Кабуки. Копы быстро сообразили, что ее... Расследование надо прекратить, иначе оно повлияет на доходы всего участка. Я мог бы, как обычно сказать, приступаю, но если честно, мне жаль... это мне фиксер типа говорит. Так, убеди ее уехать из города, закрыть дело, сменить профессию, в конце концов, постарайся ее не обнулять, это моя личная просьба. В общем, это история про то, как хороший коп работает среди плохих копов. Интересно. Интересно. Сейчас посмотрим, что там можно сделать. Так. Двигаем пока... А чё? А чё мы пешком?
У нас же есть супербайк, вот он. Давай, иди сюда, мы 100 метров проедемся. Ой-ой-ой-ой. Врынь. Да, у меня новая шляпка. Поменял кепку. Так, Каймура, новое сообщение. Ладно, потом с тобой разберусь. Врум, врум, врум. Мазафаркер. Мысли зовите копов. Мысли зовите копов. Так, а может я тут пройду? Тут не ехать в обход, а? Так. Вот лесенка какая-то есть. Чё? Это как понять? Ой-ой, я понял. Ой, блядь. Ой, ладно, ладно, хер с ним, я понял. Гладко все не получится, поедем, значит, на мотоцикле. И музыку послушаем. Хотел просто срезать. Не, ну, конечно, Эвелин жалко, то, что она покончила с собой. Но, видно, ее довели прям конкретно. Так. Мы на месте. Мы на месте. Так. Вот сюда надо. Когда следующая поставка? Это что? Где нормальные креветки? Так, про расспросить про Анну, значит. А кто будет за нее знать? Вот ты какой-то типа подозрительный. Привет. Нет, ты ничего нас не знаешь. Так, ты тоже ничего не будешь знать. Ты тоже ничего не будешь знать. Так, а ты плохой злой дядька. О, дедуля, здорово. Блять, что все злые такие-то. Так, ты тоже слишком серьезно. Да нету бабосиков, сам на мели. Так, ладно. Привет, солнышко. Я подарю тебе то, чего не хочешь. Ой, отъебись, ебать. Хотя, ебать, вы же стоите здесь, всех знаете. Ты вокруг. Позволишь? Ладно. Блин, FPS-ики тут уже проседают конкретно. Блин, ты тоже не тот человек, который мне нужен. Так, с тобой можно поговорить? Так. Нет. Так, с тобой тоже нельзя разговаривать. А ты? Блин, а? А кого поспрашивать-то? Ну, давайте ко всем подряд, что ли? Так, вот ты. Нет, ты не будешь знать. Тебя мама прислала. Ты здесь впервые? Ну, блядь, почти. А ты что здесь стоишь? Рот закрой, ворона залетит. Да пошла ты нахер, блядь, бомжиха. Так, кто еще может? Так, ты ничего не знаешь. Так, а ты у нас? Чего тебе нужно? Так, а может продавец какой-нибудь будет знать? Как жизнь полна разочарований. Мы? Так, ты торгуешь? Нет. Блин, а? Да уже со всеми почти поговорил. Обана. А это что такое? Твой товар-то. Или где позаимствовал? А тебе не похуй? Ух ты, ебать, нихуя. Я из бакеров. О, двое кочевников встретились на улицах Найт-Сити. Мне нужна помощь. Угу. Вот подскажи. Я ищу эту даму. Знаешь ее? Коп, конечно, знаю. И? Она снимает номер в этом отеле. Иди вон туда. Супер, спасибо. Да не за что. Вот, отлично. Расспросили. Потерялся? Я, да не. Все нормально, все четко. Так. Мне бы еще на самом деле торговца оружием. О, это кто? Это еда. Нет, еда не интересна. Так, заходим, значит, в отель.
И... Вот. Доступ разрешен, отлично. Вообще замечательно. Так, а вон и торговец с оружием. Так, прочитать сообщение. Это мы рады приветствовать вас в нашем отеле, номер 203. Хорошего дня, это сообщение отправлено автоматически. Положите на чате на него. Ну, хорошо. Мне нужно поговорить с Анной. Так, а что тут вообще такое? Так, это не та хата, но дверка открылась. Здесь лежат бабосики. Так, ты куда запрыгнул? Значит, все забираем. Все, что плохо лежит, мы забираем. Подключаемся. И здесь тоже все забираем. Так, Е9БД55. Угу. 55. 1С. Так, Е9. 55, Е9 здесь есть. Вот здесь есть. Ну, ладно, так тоже сойдет. Я думал, две сможем хлопнуть сразу. Так, что-то еще интересное есть. Так, мусор. Подберись, мусор. Эх. Забагованная игра. Напрягает чутка. Так, это билетики какие-то. Открыть это что это? Мне интересно. О, бабосиков чуть-чуть подберем. Короче, забираем все, что лежит плохо. Но я не вор. Просто нехер двери открытые оставлять. В каком-то месте. Так. А здесь все. Нам нужно выше. Ух ты. Это что такое? Так, это у нас непонятная херня. Еще одна. Так. Применить техническое умение. Так, обанна. Вот она стоит, да? Стоять! Стою. Дальше ни шагу! Ок-ок. Кто меня заказал? Имя! Имя говори! Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука! Я так и знала! Билл Адамс и Роберт Ковальский. Да хуй его знает, кто это. Нет, не они. Фиксер. Вот уроды. Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. Еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город! Что будешь делать дальше, Анна? Ха, а тебе какая печаль? Я тебе кто, подружка? Дело я брошу. Чего тебе еще надо? Уебывай, тварь продажная! Так, ну я просто такую уебывать не умею. Я думаю, вот... больше говорить не о чем. Я вот это заберу. Что тут лежит? Блять! Так, я на всякий случай сохранюсь и пиздану. Все, четко. И это пизданем. Так, что тут еще плохо лежит? А? Так, задушить тебя нельзя уже. Ой, я что-то сломал. Так, это мне не надо. Так, покинуть территорию, ладно. Уёбывать, так уёбывать. Спускаемся по лестнице вниз. Ого, какая территория большая. Так, ну давайте за квадратик этот уйдем. Вот, все. Что мне сказать? Реджина Джонс. Ты кто? Да у тебя прямо дар убеждения. Рада, что у нас все получилось. Заказ закрыт. Все четко, бабосики приехали. Приехали, отлично. Так, я здесь готова. Еще Попри... где-то был. Где тут? Я заходил вот сюда, вот. Так, надо посмотреть. Продавец оружия, где он? Вот он. Сгоняем до него, посмотрим, что там. Я готов.
Может, какая-то пушка будет интересная. Хотя вряд ли. И зачем нам покупать? У меня и так все в порядке. Как дело идет? Я подыскиваю себе новое оружие. Есть что-нибудь хорошее? А то. Полные ящики хорошего. Давай, показывай уже. Так. Так. Это неинтересно. Так. Чё-то ничего серьезного нету. Хотя вот эта пушка, уф, какая прям, уф. Но она стоит 42 тысячи аж. Да, ладно. Очень дорого. Очень, я бы даже сказал. Кстати, а может, что-нибудь здесь можно продать или улучшить? Ладно, пока ничего не буду продавать. У тебя ничего интересного нету. Пушку я улучшал. Так, ладно, посмотрим, какое еще можно задание выполнить. Так, уличное правосудие. Позвонить Вакака и взять заказ. Это хрень с ним. Так, заказ грязный бизнес. Тип заказа кражи. Так, цель. Исходная запись убийства сына Брайса Стоуна. Местонахождение здания у верфяного проезда. Так, он мой добрый знакомый, телебрат Стоун, просит помощи. Его сына несколько дней назад похитили, жестоко убили, а полиция прекратила расследование за отсутствие доказательств. Брайс решил взять дело к исследованию. Да, называется убийство, но сильно предупредил улики, оттуда не выцепишь. А вот если бы тебе удалось найти исходник, появился шанс познать преступление. Я запись просит. Каждый монтаж, который у них должно быть оригинал. Только берегись мальстрёмовцев, эти двое платят им за охрану. А вот это интересно. Давайте это и сделаем. Так, 500 метров. Это где вообще? Ох ты, блин, на другой конец города. Тогда, значит, мы будем быстро перемещаться. Так, это не транерское снаряжение, нам не интересно. Так. Идем, значит, быстро перемещаемся и ищем... Брейкданс, улики, убиваем мальстрёмовцев. Это вот сюда, в доки нам надо, значит. Так, мы на месте. Мы на месте. Так, 50 метров. Это наверх надо? Что? Найти студию Готфрида и Фредрика. Ну, допустим, я ее нашел, как туда попасть. Так, а это что такое? Камера наблюдения. Это приказы, как псу. Так, тихо. Да попустись ты, зато платят нормально. А что, кроме них в Найт-Сити богачей? Ой, короче, ебошим ебать. Ой-ой-ой, меня подожгли. Тихо. Ой, отлично. А ты заебал, блядь. Что это такое-то, блядь? Вот и все, ебать. Лежи, ебать, отдыхай. Так, подбираем сразу все, что плохо лежит. Это уничтожаем. Так, а тут взломать можно, да? Да что это? Подключиться нет, 4 из 5. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что делаешь? Блять, поджог, сука. Да стой на месте, блять. Да что ж такое-то?
Где он, блядь? Так, камеру еще одну убираем. Ой-ой-ой. Как четко я там. Двумя гранатками-то, да? Так, где они? В голову. Все четко. Все заебись. Вообще, так лутаемся. Потом это все разбирать будем. Так, идем просто по полосочке желтой. Так, а ты где? На в бошку, ебать. Снайперюга сидел на крыше. Думал, тебя не видно, ебать. Че тут за камера? А иди ж ты нахер, блядь. Так, и сверху вот подключиться можно. Это денежка, плюс бабки. Ну, рублей 30 получим. Ой, 30, 300. Такое тоже на дороге не валяется. Так, А1С и БД вот. Вот так вот и вот так вот. Третий поток этот, он самый дорогой. Так, и... Так, мы студию нашли, получается. Лутаемся, сразу забираем все, что есть. Все, что плохо лежит, будет лежать у нас в кармане. Так, жилет, ботиночки какие-то. Так, это дверь непонятно. И что тут? Ну что, пора вставать. Что происходит? Охрана! Они далеко, нас никто не услышит. Их уже нет вообще. Не будем делать глупостей, окей? Мы просто монтируем и продаем. Сами не снимаем, богом клянусь. Брейн сделаем... с чернухой. Убийство сына пастора. Знаете про такой? Которого пастора? Мы получили свежую партию с мальчиками. Про родителей там ничего не сказано. Нужны подробности. Брайс Стоун. Пастор с 54-го канала. Сыну на момент смерти было 12. Бобби Стоун. Черный, белый, латинос. Особые приметы. Способ убийства. Пап, я, кажется, понял, что ему надо. Номер 9430. Будь любезен выдать долбанную запись. Быстро. Ладно, чего психовать-то? Забираю. Я пока не психую. Фредди! Сэр, запись прямо за нами на полке. Угу. Так. Номер 9430. Руки только, блядь, на месте держать. Ты можешь их поднять, блядь? А то эти быстро пушку. Вот она. Вот запись. Забирай уже. Прострелю. Сейчас я заберу все, что мне нужно, блядь. Не надо мне указывать, что мне делать. Здесь тоже заберу качки, ебать. Пригодятся, ебать. Все, до свидули, ебать. Сидите тут, ебать, парни. Никому не скажем, кто ты тут был. Клянусь. Да, я понял. Так, а мне кажется, тут что-то будет интересное. О, вот это мне нравится. Это у нас электрическая дубинка гамма. Ну, ладно, пусть будет. Хоть я палками не пользуюсь, разберем и получим редкие детали. А потом пустим это все на улучшение. Так. Здесь ничего нету. Так, там я вернулся, значит, выйдем отсюда. Блять, забирайся. Ладно. Ух ты. Так, а ты у нас кто? Ага, нормально, враги предупреждены. Как страшно. Я уже всех разнес. Так, а чё вы тут? Так, оставить запись в почмате. А я могу отсюда незаметно скачать? Так, это у нас лестница или просто? Нет, это просто у нас.
Так, давайте, пацаны. Так, ух, мы на тачке еще приехали. Все, давайте, я пошел, ебать. Я воевать с вами не хочу и не буду. Так, идем, скидываем запись, значит. Так, F. Отличная работа, Ви. Надеюсь, теперь найдут мудака, который снимал весь этот кошмар. Заказ закрыт. Так, надеюсь, да, найдут его. Так, давайте дальше теперь. Любимец Вакака. Уровень угрозы средний. Так, заказ спасения. А нам чего? Мы снаружи снаружи стриду. Вот я работал над тем, чтобы вести дело как неудобно. С людьми, которые сам выбирал. Нам блядь, какое-то имя, ебать. Просто че, ебать. Я вырвал много лет назад, и с тех пор они ни разу меня не подводили, не зная, что с ними случилось. Но его нужно найти, проверить сперва подвал, и Китай, он держится оборону, иногда выполняет любые заказы. Думаю, он жив, в одно обязательно явился бы в виде духа, извинился, как древний старик, очень сентиментален. Ладно, давайте этим заданием и займемся. А нам куда? Блять. Это рандомный клик был, ладно. Куда же я кликнул, интересно только. Ой-ой-ой-ой, карусель, карусель. Так. Вот она, ближайшая точка. Перемещаемся туда. Выполним еще один заказик, и я думаю, на этом хватит. Ну, в принципе, дополнительные задания... Ну, по крайней мере, я выполняю сейчас заказы. В них ничего такого нету. Прийти, забрать, убить, отомстить, там... Погладить, припугнуть и все в этом роде. Так, 45 метров сюда. А, ладно. Там так. Кричал кто-то, так жутко. Так, а это у нас очень темный переулок. И очень редкие детали. Так, мусор подбираем. Потом. Это такое, блядь. Ладненько. Так, открываем, ебать. Я же сильный. Ох, ебать, тут опасно. Тут супер опасно. Так, а это у нас что? Это у нас просто комнатка. Где тут ништяки всякие можно забрать? Евро-доллары. Так, тут закрыто. Тут что у нас плохо лежит? Вот, плохо лежит. Так, вот это вот плохо лежит. Так, ладно. Выше искать не будем. Так, а это что такое-то? Это такая... Защиту сентиментального старичка. Ох, ебать, ебать. Так, походу его тут грабанули, блядь. Что, блядь? Да, блядь, что тут происходит, блядь? Ох, ебана в рот, блядь. Эй, все в порядке? Полюбуйся, Ви, это твое будущее. Итог любого нетранера. Корпоративный лед, выжженные мозги. Финита. Он вроде еще дышит. Ну, вроде да. Ух ты, какой-то пистолетик редкий. А, это электромагнитный. Нам такая дерьмо не нужно. Так. Помогите, помогите, помогите. Ладненько, вот он компьютер. Сейчас попробуем помочь. Так, сообщение. Контейнер, ты решил сам разрушить контейнер КТ, меня, блядь, не буду ждать, я чу, кому нам... Так, ты сегодня вот получил мое сообщение. Так, ладно, почитаем это.
Не мог подождать. Вот она, Малком. Я сам разберусь, спасибо. Ты теперь, ты пень оцифрованный. Кому ты решил доказать? Старая гвардия не сдается. А в мои времена каждый ребенок мог взломать корпу. Ты хоть пользуешься щепкой, которую я присылал? Без нее тебе там мозги вкрутую сварят, дедуль. Лучше даже не пробуй. Я справлюсь, не паникуй. Ты за прошлый раз отыгрываешь. Решил сдохнуть красиво или что? Окей, насрать. Делай как хочешь, старый хер. Так, кто-то ему предлагал вставить флешку, но он ей не воспользовался. И поэтому его заглючило. Мне нужно следовать за огнями. Ну, сейчас, секундочку, подождите. Я сейчас тут все подчищу, облутаю. Так, вот это бы забрать. Как это забрать только? Ладно, все равно это мусор. Так, следовать за огнями. За какими огнями-то? За вот этими, что ли? А, ну это он меня типа и ведет, да? Ладненько, давай. И? А, вниз. Ок. Так, ой-ой-ой-ой. Так, это... Это мы нейтрализуем. Так сказать, деактивируем. Угу. Это суперсекретная комнатка. О, инфовизор синяя-синь. С арамидным покрытием. Угу. Пусть будет. Так, ставить чип. Блять, а ты не мог просто дверь открыть и все? Так, на, дедуль, живи, ебать. Еще пара секунд. Погоди. Я не... Проснись. Дай мне минутку. Да, без проблем, приди в себя. Не знаю, давно ли я тут. Но, как говорят американцы, уже подыхаю с голоду. Я тут заглянул в твои сообщения. Похоже, Spectral Kid был прав. Ну, короче, я все-таки застрял. А он ведь, если узнает, просто плешь мне проезд. Ты поэтому не стал просить его о помощи? Самолюбие не позволило? При чем тут самолюбие? Я застрял в подсети, только до лампочек и смог дотянуться. Тебе, наверное, интересно, кто меня прислал. Вакако. Ловкая старушка, всегда находит повод затащить меня поужинать. Заходи ко мне как-нибудь. Покажу тебе пару нетранерских штучек. Ты мне? Разве не я тебя спас? Мы постоянно учимся на ошибках. Но не обязательно учиться на своих. Спасибо, я подумаю. Так, ну все. Задание выполнили, все мы облутали, обчистили. Так, вот это. Можно подключиться? Нет, нельзя. Так, вот они еще какие-то полочки. Мячики, это мусор. Блин, ну мне мусор надо подбирать, я же его разбирать потом буду. Так, еще здесь второй этаж есть. Там на втором этаже можно что-то хакнуть. Типа вот это. Подключиться. Блять. Подключиться. Какое-то саке купил. Так, 1CBD55. 1C BD. Так, наверху. Да? Так, что тут? Сейф. Евро-доллара. Отлично. Открываем. Это что у нас? Мусор. Мусор. Да, блядь, почему я тут лампочки... Ой, эти... Так, о.
Мне рассказали, как все прошло. Хорошая работа. Именно этого я от тебя и ждала. Закрываю заказ со спокойной душой. Все хорошо, молодец, что закрыла. Так, а... Так, это не то место. От тебя воняет. Он же мне что сказал? Типа, зайдешь попозже, я тебе там пару штучек-дрючек покажу. Может, сейчас и зайти к нему? Только где вход? Вот он. Да бляха-муха. Понаставили тут. Так, вот сюда вот. Ой-ой-ой, сколько здесь, блядь, всякой хрени. Так, а ты где, дедуль? Здорово. Ну? Ты ж просил меня прийти попозже. Я пришел, блядь. Чё за херня? Эх ты, блядь. Ладно. Ладно, ладно, ладно. С тобой, значит, я потом поговорю. А пока, я думаю, можно двигать к Такаэмура. Такаэмура.